Следующая книга из цикла про волшебника Алёшу, Софья Прокофьева, «Астрель и хранитель леса». Это большая книга, подарочная. А4 примерно формат, в очень хорошем достаточно сохране. Тут вот только чуть-чуть. Издательство «Детская литература». 89 год. Рисунки опять Геннадия Калиновского. Но в отличие от других произведений, в этой книге они, как видите, цветные, очень большие. Есть вот такие вот несколько пятнышек. В двух словах, о чем книга? Волшебник Алёша опять заскучал. Но тут он получает письмо таинственное от принцессы Сумерек по имени Астрель. Её заточили в башне, и она просит помощи. Конечно же, волшебник Алёша сразу же бросается на помощь. Как обычно, во всем виноват злой король. Как обычно, волшебнику Алёше помогают его друзья. И как обычно, все заканчивается хорошо. С ним всегда его любимый кот Васька, которого, если помните, в первой части он оживил. Это был нарисованный кот. Он довольно забавный. Болтун. Очень много делает шкоды. Но, тем не менее, этот кот на самом деле очень обаятельный. И очень всем нравится. Как видите, несколько пятнышек. В остальном книга в хорошем сохране. И, кстати, это первое издание этой книги. Так что, конечно же, рекомендую к прочтению. Книга тоже немножко девчачья, я бы сказала. Потому что очень много всяких чувств, нежности, любви. Но, тем не менее, мальчикам, мне кажется, тоже будет интересно узнать, в чем тут дело.